11-й Дмитрий Томела, 18-й Никита Волченко, 20-й Владислав Пунинский, 23-й Артем Гонжуров и 55-й Сергей Мельник. 10-й Дмитрий Кривошеев, 21-й Евгений Милевский, 22-й Илья Кирко, 24-й Магомедмин Рабаданов, 27-й Евгений Азиз и Данила Флора, 4-й судья Сергей Сизиков, инспектор матча Александр Евневич. И меня зовут Вадим Ситов, я для вас буду комментировать эту игру. Надеюсь, она получится интригующей. Ну что ж, проходит передача на Дмитрия Томела. Один в один Томела остается. И вновь Пунинский забегает. Красивый пас пяткой. Владислав будет подавать опять штрафную. Навес. Удар по воротам. Опаснейший какой момент. И пролетает мяч. Считанные соперниками регулярно в упорной борьбе проходят. Продолжу после этой атаки Локомотива. Кривошеев, поддача в штрафную, Емельянов, удар головой, 1-0, Локо выходит вперед, ну вот так вот, прервано, трехматчевая, безголевая засуха, Дмитрий Емельянов после передачи, если я не ошибаюсь, своего тезки Дмитрия Кривошеева, открывает счет встречи, и таким образом Пунинский, Томела. Еще один навес, здесь Чернодаров открывается и не подстраивается под мяч Алексей, и какая реакция сейчас у Николая Кирабаданов. Смещается в центр и удар по воротам. В створ прилетает мяч, но здорово выбрал позицию Андрей Игнатович. И здесь же и Пунинский, возможно, слева будет подавать. Нет, посмотрите, розыгрыш. Мельник будет, дальний удар. И удар по воротам, пролетает мяч над правой девяткой. Убивается мяч за пределы штрафной площади. Вновь Томела. Еще один навес. И удар по воротам мощнейший. Показало, что мяч залетает уже в сетку. Нет, мимо левой стойки пролетает. Ох, как красиво Дмитрий разобрался с соперником. Еще один навес штрафную, Тихомиров. И можно пробивать. Вера в дальний угол пробивает и спасает свою команду. Алексей. Все, абсолютно все футболисты в штрафной площади Локомотива. Смотрим, подача в центр, штрафной летит. Иршев, удар по воротам, и мяч залетает в сетку. Вот эта развязка, Станислав Иршев, 1-1. Буквально на последних секундах встречи Орша спасает эту игру. Ну и знаете, судя по давлению в самой концовке матча, Орша все-таки заслужила ничью. Станислав Иршев, и посмотрите, какая радость на трибунах. Как же радуется Николай Китаев. Очень классный матч мы с вами посмотрели.